Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные хачапури на сковороде. Готовятся они быстро, без дрожжей, на кефирном тесте. Получаются пышными и воздушными. Хороши как в горячем, так и в холодном виде. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем кефир комнатной температуры, добавляем соду, перемешиваем. Затем добавляем сахар, соль, яйцо и хорошо размешиваем до однородного состояния. Теперь начинаем постепенно подсыпать муку. Заодно просеиваем ее через сито. Когда тесто станет густым, вливаем в него подсолнечное масло. И снова подсыпаем муку. Если в миске стало неудобно замешивать, припыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем туда наше тесто и продолжаем месить руками. В итоге должно получиться мягкое и нежное тесто. Делим его на 4 примерно равные части и формируем из них шарики. Заодно дополнительно обминаем каждый шарик отдельно. Перекладываем наше тесто на присыпанную мукой тарелку, накрываем пищевой пленкой и даем ему немного отдохнуть. В это время готовим начинку. Натираем на крупной терке сыр, слегка солим его, перчим, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Затем разделяем начинку на 4 равные части. Теперь переходим к формированию наших хачапури. Берем один шарик теста, разминаем его руками в лепешку толщиной примерно 0,5 сантиметра. По центру выкладываем порцию начинки и соединяем края теста так, чтобы получился мешочек. Хорошо защипываем, приминаем, а затем переворачиваем швом вниз и разминаем в лепешку толщиной около сантиметра. По этому же принципу формируем остальные хачапури. Теперь хорошо разогреваем сухую сковороду, кладем туда одну лепешку и жарим ее на среднем огне под закрытой крышкой несколько минут, пока тесто не начнет подрумяниваться. Затем переворачиваем и точно так же жарим лепешку с другой стороны. Переворачивание повторяем несколько раз, пока наша лепешка не покроется аппетитными золотистыми пятнами с обеих сторон. Готовые хачапури перекладываем на тарелку и щедро смазываем топленым маслом, пока он еще горячий. Точно таким же образом выпекаем все остальные лепешки. По очереди помещаем их в сухую сковороду. Обжарим до золотистой корочки с обеих сторон. Обязательно при этом накрываем крышкой.
Для равномерного пропекания процедуру переворачивания повторяем несколько раз. Готовые хачапури выкладываем стопкой друг на друга. При этом не забываем каждый из них смазывать маслом. Процесс выпекания очень увлекательный. Хачапури растут прямо на глазах, превращаются практически в шар. Наблюдать одно удовольствие. Время летит быстро и незаметно. Вот и все. Очень вкусные хачапури на сковороде готовы. Приятного аппетита! Пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!